я прошу только об одном, я ведь не скрываюсь ничего следователю. Я, если к отцу, буду отпрашиваться к папе. Если хотите, пожалуйста, буду отзваниваться каждый. Я не знаю, в интернете я не сижу, я не умею им пользоваться вообще. Как бы только вот телефон и все. Я прошу об одном, чтобы меня оставили как бы пока с отцом и с моими детьми и внуками. И у меня еще, ну, нехорошо, конечно, об этом говорить. У меня проблемы у онколога-гинеколога. Я примерно знаю, сколько мне осталось. Пожалуйста, оставьте меня пока с отцом.